Всем привет, с вами Игорь и Толя. Толя, помахай ручкой. Сегодня мы выплыли в последний в этом году круиз на плоту. Вот. По речке нашей Ольшанке. О, ну, далеко заплыть не получится, потому что... Толи дохлый аккумулятор. Решили мы на аккумуляторе попробовать поплавать. Но подключили, оказалось, что он вообще никакой. Ну, что-то там на первой скорости он что-то там крутит. Что-то там еле-еле, если видно будет. Индикаторы вообще... Уже вообще не светятся, Толян. Эти индикаторы. Вот. Ну, ничего. Немножко тут сейчас поплаваем. Далеко отплывать не будем от берега. Чтобы веслами сильно не маслать потом. О, так уже. По месту. По месту поплаваем, пожарим шашель. Я уже все распалил. Толян мясо привез. О, она, держу. Кидай. Будем жарить шашель сейчас замаринованный. Кабанчик такой волосатый. О, волосатый кабанчик. Кулек лови, что ты уже не вловишь. Не. Вот. Ну, вот так вот. Сегодня мы еще поплаваем. А, ночью был мороз у нас. Вода, кстати, упала. Вот хочу показать, как вода упала. Я не знаю. А, вот даже по камышу видно, вот где этот белый. Вот это была вот там вода. Это вообще. Ну, метр. Метр примерно скачали у нас воды. Вот, воды нет. Ну, на лето она поднимется, она обычно всегда на зиму ее скачивает. Ну, чтоб так скачивали. Вот такая вот вода у нас. Какая-то не очень прозрачная такая. Да, Толян? Какая-то она белая какая-то. Почему-то эта вода. Непонятно, что она такая. Не знаю. О, ну, короче, тут вот на месте мы и поплаваем немножко. Побросаем спиннинг. Может, что-то вловим. Может, не вловим. На этом закроем сегодня сезон. Мореходный сезон на этот год. О, ну, ладненько. Потом мы еще включимся попозже. О, такой у нас сегодня с вами тур выходного дня. Ладненько, позже включимся еще. Так, вот вторая часть контента нашего видео. Пришвартовались мы под такой вот камыш. Ну что, мотор все равно не плывет. Аккумулятор дохлый, веслами, можно сказать, пришвартовались. Будем здесь стоять, на солнышке греться, жарить шашлык. Уже почти жар нагорел. Сейчас вот немножко догорит. Не, сначала мы картошку с печем, да. Да, Толян, картошку? Сначала картошку с печем, тогда уже будем шашелем заниматься. Уже почти. Сейчас оно рассыпется, вот этот жар. Будем нанизывать. Да, чтобы перерубать тогда было быстрее. А то... Сейчас уже день короткий, вот солнце у нас атакает, оно заходит он там вот, вечером у меня. Ну ничего, мы все успеем. Мы все успеем. Будем здесь пока что стоять в камышах, чтобы нас ветром не сносило. О, ладненько, пока что выключаюсь, потом еще включусь. Так, вот мы еще стоим тут пришвартованные. Солнышко немножко уже, солнце так двигается по горизонту, но еще время у нас есть. О, спиннинг побросал я, ничего нет, щука что-то не ловится. О, но хотел показать, сколько у нас шашлыка. Полный мангал. Полный мангал шашлыка, посмотрите, аж от начала до конца. За Толян, сколько мяса, у нас еще... Это как в той рекламе, как это все съесть, да? Так что будем долго сидеть. Будем долго, да. Приглашаем всех до нашего стола, на шашель. О, будем нямать все вместе. Вот такой у нас
тур вихідного дня. Картошечка вже спіклася. От. Вже м'якенькая, готовенькая лежит. Картошка довго печеться. Кстати, картошку ми теж на шампурах. А, я вроде показував, да, як картошка пеклася. О, зараз ось шашель жариться. Закриття сезону буде. Закриття сезону, да. Ну ладненько, будем дожаривать, будем садиться, еще включимся. Итак, продолжается наше воскресное путешествие. Поставил я аккумулятор на солнышко. Ветер вообще перестал, так классно стало. Все затихло. Ляпота. Может, он немного нагреется на солнце и что-то еще выдаст нам. Ну, я ее пробовал включать, он так работает. На первой скорости индикаторы все не светятся, но мотор что-то немного крутится. Ну, такой аккумулятор, короче, дохленький. Дожаривается наш шашлык. Вот. Уже мы венцо попробовали мое прошлогоднее. Вот наш шашлычок. Скоро уже будем садиться, да. Так что уже готовьтесь, мойте руки. Салфетки готовьте, сейчас будем уже садиться вкушать. Стильчика берите. Да, бери стильчика, да. Подсоединяйтесь к нам уже, да. Уже все, уже почти он уже дожаривается, так вот пузырится хорошо. Запах. Ляпота. Ну, короче, все, сейчас мы уже будем садиться. Вот, еще, может, потом включуся, да, ладненько. Пока что пауза. Ну, вот мы уже садимся нямать. Приглашаем вас к своему столу. Вот, пожалуйста, шашель у нас уже готовый. Картошечка печеная. Винцо годичной. Ну, прошлогоднее это вино. Ух, такое уже выстоялось. Ну, там еще немного дожаривается тоже шашелек. О, еще я думаю, даже подкинем дров, потом еще и ту картошку с печем. Ну, если не наедимся. Но мне кажется, что нам хватит и этого. Так, вот такая вот прекрасная погодка сегодня. Да, Толясик, тебе нравится, как да. Мы сегодня отдыхаем? Мне тоже очень нравится. Ну, все. Садимся мы, короче, нямать. Ветра нет. Прекрасная погода сегодня. О, всем приятного аппетита. Пока что пауза. Итак, вот очередное включение. Трохи мы подъели. Даже не трохи, а так нормально мы подъели, да, Толясик? Да, еще едим. О, шашель еще есть. О, так что еще кто не успел, присоединяйтесь к нам. О, подкинул я еще дровишек. Ну, уже пускай все догорают, чтобы их уже назад не вести. Ветер вообще утих, так классно сейчас на воде. Спокойно, солнышко светит, не холодно совсем. Это 3 декабря сейчас, 3 декабря. Вот так вот, видите, мы плывем сейчас. Плотик. На дохленьком аккумуляторе. На первой скорости вот так вот понемногу сунется за течением. За течением вот так вот мы сунемся. Ага. Так, сейчас покажу, как работает моторчик. Вот. Наверное, видно, да? Как он работает. Ну, работает он слабо. Напряжение уже на аккумуляторе ниже 12 вольт. Это точно. Я уже даже не знаю, какое там напряжение. Вот. Ну, в принципе, плывем на первой скорости. Что-то там крутится. И, в принципе, плывет. По течению плывет. Вот такие вот плавают с водорослей. Какашки. Ну, это гнилые водоросли уже. Такие вот плавают, видите, по всей речке. Вот, Толясик сидит, винцо пьет все с шашлычком. Я тоже уже наелся. Вот так вот мы сегодня прекрасно отдохнули. Прекрасно, да. Очень классно. Нам нравится. Так, ну ладненько. Может, еще позже включусь. Пока что пауза.
Кстати, мы ее сегодня еще и вытягивать будем. Да, наверное, еще включусь, как мы ее вытянем, плота. Уже на зимовку, все, он уже отплавал на сегодня, чтобы он не примерз. Вот. Уже вытянем. Я ее буду потихоньку переделывать. Ну, как переделывать? Колеса делать сбоку. Там модернизировать, что я придумал. Там оббить ПВХ-шкой этой снизу бутылки и все такое. А, зимой еще бутылки перекручу, потому что бутылки поздувались. О, сильно так. Ну, холодно. Я их закручивал, когда было тепло, а сейчас они сжались просто. Так, ладненько. Позднее еще включусь. Так, последнее включение. Это уже утро следующего дня. Вот, мы ее вечером уже вытащили. Уже там смеркаться начинало. Темнеть, пока дотащили ее сюда. Ну, в принципе, недолго мы ее тащили. Но, тем не менее, тяжеленький он такой. Еще там тащить его было по мулу. Сейчас я покажу. Короче, уже он у меня тут на зимовке стоит. Потом он подсохнет немного. Ну, подсохнет сама рейка. Вот эта нижняя намокла. Сама вот эта площадка, она воды не касается никак. Она сухая, нормальная. Вот, ну, короче, вытащили. Вытащили уже на зимовку. Бутылки, как видите, вообще поздувались. Даже позмерзались. Ночью градусов 5 мороза. Но они сейчас тут никакие. Если я их вставлял, они так плотненько летом вставлялись. А то сейчас они, видите, они болтаются вообще тут. Мало того, что болтаются, то еще и, ну, сетка не дала всем выпасти. Но вот здесь, вот видите, и повыпадали частично бутылки. Они тоже тут, они не держатся тут вообще. Видите? Они поздувались, а уже нет этой плотности давления. Но я их зимою, мы перевернем плот, и я их зимой, мороз будет. Я их все опять откручу, запущу холодного воздуха и закручу. И на весну они будут у меня вообще как мячики. Надутые. Вот тут вообще, видите, наверное, за камыш зацепились снизу. Они повылетали, а так вот перемешались. Короче, ерунда. Буду я его, чтобы он не зацеплялся снизу, буду до весны, забью его ПВХ. Вот здесь вот снизу, вот так вот. Все дно ПВХ-шкой вот здесь вот, мы, наверное, степлером его приклацаю, вот этим баннерным, плотным. И там, если будем ее перетаскивать уже где-то там на Днепро или тут даже, то если оно будет по земле ПВХ тащиться, то ничего страшного, оно все скользить будет. И бутылки не будут ломаться, выпадать. Ну и по воде, я думаю, тоже оно будет скользить намного лучше. О. Забитая снизу ПВХ-шкой. Ну, пока что так вот он стоит, наш плотик. Вот, тащили мы его отсюда, вот ворота мои, и вот уже рядом тут и речка. Здесь вот дорога, получается дорога. О, и вот уже сразу берег у меня, прокопал я вот такой вот проход, кто не видел, красивый съезд к реке. И вот я уже и возле реки. Тут от ворот буквально до дома, я не знаю, метров 25, наверное, 30. О, вот хочу тоже показать, насколько упала у нас вода. Вот видите, вот эта вода, вот здесь вот вода была. Вот, вот она вот здесь. Сейчас, кстати, замерзло все. Вот это мул замерз вот здесь вот. Вот. Мороз был, 5-6 градусов было точно. Вот, вот здесь вот была вода летом. Вот так вот стоит как раз вот этот обрывчик такой. Вот это вот берег. Вот так вот примерно стоит вода. Вот примерно так. И вот еще сколько сейчас воды, видите, упало. Метр практически воды упал. Да, практически метр воды упал. Мул тоже вот я хожу по нему. Корочка сверху замерзла мула. Вот. Тут я как раз упала вода. Я вычистил этот камыш весь, выкосил
Ну, чтобы он уже, когда поднимется вода, он не мешал мне. Вот. Вот так вот упала вода, видите, вот, аж до тудова была на зиму. Ну, на весну она опять поднимется. Это однозначно, она опять поднимется. Все будет нормально. Ну все, на этом я видео заканчиваю. Сезон мы закончили, плод вытащили. Будем там модернизировать его, переделывать кое-что. Ну, по ходу буду показывать. Ладненько, всем пока, до следующих видео.